Мы, станция, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Тетенька говорила. В интервью у нее берут. Обычная тетенька. Да, такая, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Типа, у нас есть план, и мы его придерживаемся. Да. Типа того. Станция, вы ожидали увидеть какое-то внятное начало? Кого мы все здесь обманываем? Нормальных начал не бывает. Нормальных начал не бывает. На виталках станции, как радио. Станция, я! Смотрите! Смотрите, что я вам сейчас показывать буду. Вот сначала Малю покажу. Затем я покажу зеленого. Затем покажу шляпу. Микрофон. Польша. Ничего запрещенного. Польша? Польша. Отлично. Ничего запрещенного больше показывать не буду. Металкор станция здесь. Выпуск станция. Готовы? Все. Ехали. Так, станция, смотрите, сегодня такие пироги. Слушайте, выпуск, как видно по названию... Грёбаный стол. Да-да. Тот сломанный стол. Станция, выпуск сегодня просто замечательный, как можно наблюдать по названию. Потому что там, просто красота. Маля не знает, я сам не знал до этого момента, вот теперь я знаю. Смотрите, значит, так. Between the Mortys. Наши замечательные, прекрасные, великолепные французики. Новый трек какой-то вы хотели? Мы помним, станция, вы Маля особо не помнит, мы с вами помним, что Between the Mortys выпустили Black Hole, потрясный, воодушевляющий, замечательный, прекрасный просто трек, и потом что-то пошло не так с синглами, сейчас будем смотреть, что получается у них дальше или нет. Затем мы смотрим We Came As Romans, Plagued, они новый трек, короче, выпустили. Ты иностранным говоришь. Да, это Perfect English, пожалуйста, а что ты хотела? Вот, разбирайся. Нет, учи. Знакомые есть? Сейчас будут тебе знакомые, подожди. Так, We Came As Romans мы будем смотреть. Потом есть одни очень сильные ребята, старые, как этот мир, For The Fallen Dreams, станция, вы должны знать, что это такое. Мимо. Очень классные ребята. Я каждый раз думаю, радуюсь, что я кого-то знаю, но сегодня ничего нет. Не знаю. Вот, очень классные ребята, можно было бы посмотреть их... А давай-ка мы потом еще эксклюзив запилим на один хороший трек. Вот, станция. Наш телеграм-канал существует, там выходят эксклюзивные реакции, если вы не знали. И вот... Больше, чем ожидается. Да, и, когда это касается Inflames, эксклюзивных реакций становится чуть больше. Вот, кто еще не подписан на телегу, залетайте с кайфом, потому что мы там будем слушать один трек, вот после этого выпуска мы еще, получается, появимся в телеге, и там будет еще одна реакция. Эксклюзивная, чисто для телеги, поэтому... Ссылка на телегу в описании. Подписывайтесь быстрее. Воздух кончился. Вот. For the Fallen Dreams. Сегодня слушаем замечательный новый трек. Очень интересно, что вышло. Потому что было странно. Было странно. Сейчас будем смотреть. И архитекторы наши замечательные и прекрасные выпустили лайв. Лайв-версию своего When We Were Young. Когда мы были молодыми, как говорится. Это тоже нашел, что переводить, что очень просто переводится. А, да? Ну да. Ладно. Так ты шаришь, оказывается. The Perfect English. А, все, отлично. Станция, смотрите, что? Вы не покушали еще? Еду. И давайте смотреть вот это быстро. Так сразу. А то, что я паузу нажал, это... И это не клип, а лирик, походу, да? Просто песня, сказка. Ну,
Я все скажу после. Дадим парням высказаться, а потом выскажусь я. Разбудите, когда это закончится. Конец? Все закончилось? Да нет, ты можешь дальше так сидеть. Отлично. Ох, а может еще одно окно открыть, а то очень душно. Очень душно? Да. Подожди, от кого или от кого или от чего? А, моя реакция, значит, душная. Все понятно. Это что? Это песня. Французов укусили джинджер. Вот что это сейчас было, песня. Это что? Понравилось. Подожди, где-то... Дверь? Я найду сама. Где-то лес. Тебе срочно надо туда. Что? Хорошо, что тебе именно понравилось? Да все. Вообще все. Да. Так, вот это вот припев. Ты запомнила припев? Да. Что-нибудь запомнилось из припева? Да. И классный экстрим, и музычка классная. Экстрим классный, я ничего не говорю. Супер. Лё супер. Бонжур. Смотри, я ничего не говорю. Станция, спокойно, хорошо. В разрезе этой песни я вот только так их знаю. Может, у них есть пушечное что-то, я же не знаю. А я тебе не включал? Нет. Давай я тебе кусочек включу. Кусочек того, что раньше было. Станция, смотрите сейчас, внимание, кусочек. Ва, по-братски. Как он задрал. В натуре. Сигнализацию выключи, О, выключил. У нас все так работает. Вот так. Чувствуешь, да? О, качает, да? Ух ты. Пианино чувак лизнул. Блин, ну понятно, дело. Не хочешь забрать свои слова обратно? Нет. Что, нет? Это просто сверхстильно в сравнении с тем предыдущим. Просто, может, это связано с тем, что я в последнее время не слушала ничего тяжелого, и мне сейчас вот как будто бы... Первое, что попало в ухо, то и классно. Да, я такая, ой, спасибо. А, о, тяжело, классно. Да, может быть, в этом дело, я не знаю. И да что это было? То есть, понимаешь, смотри, этот трек доказывает, что у пацанов есть голоса прекрасные, замечательные, гитары жирные, все. И слух, оказывается, да? Слух есть у пацанов, чувство ритма есть. А на новом треке это что сейчас было? Это что? Это что? Понимаешь, вокал... Вот это жижа-синдром станция. Потому что гитары классные, замечательные, потрясающие. Вокал классный, потрясающий, замечательный. Но вот это каша, которую... Это что?
Не нра станция, не нра 2 из 10 новому треку Betraying the Maltese. Je pense qu'il est trouvé de noir. Alors, on trouve dans un. Блин, я 8 поставлю. А этому, ну, старому, ну, конечно, 10. Ну, и в сравнении теперь. Mm-hmm. Тому 8, так 10. Je n'ai pas ski. Je trouvé à la maison. Станция. Это я трубаю à la maison только. Абсолютно не нра станция. Ваши мысли обязательно нужно почитать в комментариях, потому что мнения, как вы, ну, видите, разошлись, да? Че вам больше нра? Black Hole или вот это вот мешанина, то, что сейчас вышло? Пишите в комментах обязательно, а мы дальше топаем. О, кстати, станция, а вы что еще не видели? Вы еще не видели, что наша реакция с Даудом и с Муроном залетела к Саше Шоколаю на основной канал? Кстати, что-то я забыл это упомянуть, забыл попонтоваться, станция. У нас нет обычно. Чуете, понимаете, да, что, станция? Мы могем все-таки, вот. Ссылочку оставлю, если кто не видел, пойдите посмотрите. Там... И оставьте комментарий там. Да, да, кстати, пишите наш хэштег с кайфом станция здесь, залетайте. И посмотрите на наши рожи у Саши Шоколая на канале, классно же. Такие мы, такие вот, все. Станция. We came as a romance. Что? Plagued. Вот эти ребята не должны вообще расстраивать. Они не имеют права расстраивать. Тоже лирик. Бальзам на душу после этих французов. Ёппарасоте. Спасибо, мальчики, спасибо. Красота. Все, отпускайте, хватит уже.
Ты понимаешь, это та ситуация, когда вот мне вообще не важно, лирик это или клип, этот трек звучит на 500 из 10, ты понимаешь? Да. Когда вот сходу просто вот, неважно, какую картинку ты наблюдаешь, это просто слышится, этот сок станции. Я предлагаю новый хэштег. Сказка, сказонька, сказулька. Блин, а пока его допишешь, там, если уснешь уже, как подсказка. Станция, ну вы сами все услышали только что. Нет, я согласна, что это, блин, вот, ну, сложно теперь мне это оценивать. Немного. Почему? Ну, потому что так получилось. Потому что ты 8 влепила каким-то французам. Да, ну ладно, это 10, 100%. Станция. 10 зеленых ушлепков из 10, это бесспорно, потому что, ну, я не знаю, все, что последнее время выпускает We Came As Romans, я с кайфом слушаю каждый день. Америкосы, по-моему. Я могу сейчас ошибаться, станция, скорее всего, так и есть. Но вот, скорее всего, давай, посмотри, пожалуйста. Ну, пожалуйста, посмотри. А я пока расскажу про то, что мы смотрели с Максом. Станция, кто не видел выпуск с Максом, посмотрите. Мы смотрели We Came As Romans с Brand of Sacrifice трек. Что там было за грязь? Просто замечательная, прекрасная. Это просто, просто лучшая мешанина в мире, которую я слышал. Америка, вот, пожалуйста, не ошибся, значит. Станция, не наебал вас даже, представляете, ни разу. Вот. Да, это вообще, это что-то потрясающее. Ну, если кто согласен с этим, обязательно дайте мне знать в комментариях. Мне очень интересно. Окей? Что, дальше? Дальше? Что, дальше? Дальше надо что-то смотреть? Дальше? Мы что-то дальше смотрим? Станция, смотрите. For the Fallen Dreams. Понимаете, да? Суть в чем? Когда-то были такие олдовые ребята, типа они стояли у истоков этого жанра, вот этого нашего металкорного всего. Вот. Был другой вокалист, сейчас у них другой вокалист. По-моему, там клип, и в клипе ты его увидишь, какой он на самом деле. Я с него очень сильно кайфую. Вот. И по вокалу он сильный. Короче, на самом деле я кайфую от их предыдущего альбома «Станция». Вот тут я картиночку сейчас выведу альбома. Просто потрясающе заслушал до дыр. Обожаю просто эти треки. И один из этих треков мы сейчас будем на эксклюзивной реакции. Вон там вот в телеге в описании. В телеге, телега есть в описании. Мы там будем сейчас слушать один из треков с этого альбома. Телега в вашем распоряжении. А сейчас мы слушаем вот это вот. Чего они новенького? Давно их прям что-то не видно было. Они что-то там с концертами, что-то. А тут вот трек, пожалуйста. Станция, я честно ждал, когда... Architect Core. Куча смешанных чувств. Но тут должен быть припев, который все вытащит. Вот этот момент меня смущает. Он все портит, по-моему. Чел просто Limp Bizkit переслушал и такой: а ну-ка я сейчас рэп! Это Джа Халиб там стоит.
Да. Сейчас. А ну, включи поисковик. На припев тащит, как круто. Блин, ну вот так, кстати, когда не так много одежды, ну, окей. Да ну это просто пушка. Ну, я сейчас просто показываю Мали, как выглядит Чет, вокалист. В смысле, он Ахмед Анзорович чистый. Да, он чисто наш. Да, статистически житель Пятигорска. Да, да. Бородень такая, да, просто слушай, чел. Любую халяльную залетит он с кайфом. Да, блин, какой да. Он у него внешность просто не того типа, который сейчас вот это исполнял. Да, он там кальянный рэп. Да. Слушай, Чет, ты свяжись с Джахалибом и замутите тур по России совместный. Классно же, будешь на разогреве. Можно и так, с кайфом. Я вспомнил, что когда-то я был на него подписан, и он на меня, когда Металкор станция была еще в Инстаграме и стреляла в Инсте. Да, были времена там, и как бы, ну, всякое разное было. Ну тогда пускай точно напишет, уже тебе пускай пишет, зачем ему? Вот, красота, мне интересно, сколько у этого просмотров? 112 тысяч, ну достойненько, нормально, да. Нормально. Не, ну вот только часть... Часть с рэпом, вообще непонятно. Это прям вот режет. Да, жестко причем, станция, я пытался, я думал, он только в первой части, и типа ты такой, ну ладно, а он еще и во второй, и уже вопросики возникают, что-то какой-то дискомфорт, не знаю, вызвало. Ну припев... Да, но припев как вытягивает, как он красиво чистым поет, ошалеть. И экстрим у него плотный, сочный, ну просто станция, это что-то интересное. Я просто, мне было интересно, будут держать планочку дальше хорошего вот этого музыкального вкуса, ребятки. И единственное, с чем Чет чуть напряг, это вот рэперская тема. Больше так и не делай, бро, пожалуйста, не надо. Вот, и станция, если есть какие-то мыслишки по поводу этого трека, если вы слушали For the Fallen Dreams, закидывайте в комментарии нас, вот, и рассказывайте свои замечательные истории, как вы когда-то их слушали, вот, будет очень интересно послушать. А мы дальше топаем. Так. Станция и наша вишенка просто, ягодка на нашем тортике сегодняшнего замечательного металкорного празднования. Каждый день как праздник на металкор станции. Мы все время что-то новые треки слушаем, что-то классно же станция. Вот, и сегодня эта вишенка — Архитекторы с лайвом. Когда мы были молоды. Хочу. Дайте.
еще и бежит, ты понимаешь, бежит и поет на бегу. Тащит уже на левых, он хорошо. Пати? Сэм сказал пати, станция. Нихер делать. Dance, mosh, fucking move. Is this that thing in your eye? Did you follow what you just got a high? Everybody shall afraid they could die. But they never once said. Супер мега там кайфово. Когда уже мы там побываем с вами, а станция? Чё за дела такие? Почему мы должны вот так со стороны? Да классно, но это ж со стороны. Да, а слюни-то текут, а хочется же там попрыгать, вот это вот на Сэма посмотреть. Грустненько. Ну да ладно. Должны, по идее, радоваться. Классная песня, а да, мы загрустили. Да, нет, вообще, очень, блин. Как, понимаешь, настолько нужно уметь, чтобы передавать всю эту атмосферу даже через вот это вот маленький экран и типа... Блин, охренеть просто. Да, энергетика, ну, все-таки и на Сэма. Ты смотришь у Сэма, у самого харизма да, просто бешеная, блин. Важно, с таким когда, кайфом да, его прет. Вокалист прям вообще, ну, да, делает да, всю работу. Бегает туда, залез туда, это пятое, десятое, блин, это очень круто, и это надо уметь, извините меня. Да, и учитывая то, как он, ну, типа, себя в этом органично чувствует, ты это перенимаешь, и у тебя просто да, реально настроение такое же вот становится, что да, вот надо что-то делать. Меня до сих пор, блин, убивают ребятки со станции, не обижайтесь. Ну, те, кто давно слушает архитекторов, и типа им не нравится то, что сейчас вышло, последнее у них. Да, ну типа, ой, слишком просто. Это те ребята, которые любят очень сложно. Послушайте Джинджер, там очень сложно, очень классно. Архитекторов не трогайте, пускай идут своим путем замечательным, который они наметили. Пацаны точно лучше знают, да, что им надо, поэтому они делают, как чувствуют. Вот, и это тут сидеть и говорить, что... А? Давно не слушала? Да, так да, это же зимняя музыка. Да я понимаю, но хочется теперь. Хочется. Да. Я вот их последний альбом слушаю с кайфом. Да, да. Кстати, он летом заходит нормально. Мне нравится. Надо скачать его в Телеграм. А что такое музыка не работает? Салам, Алекс. Вот так вот. Постепенно отрезают нам все концы. Все нам отрезают. Ничего нам не дают. Сволоты поганые. Что сказать, станция. Вот. Выкрутимся. И в 90-е выкручивались, и в какие только не выкручивались. Я уж мы-то... не выкручивалась, мне было 5. Я в 90-е из мамы выкручивался. Ну, я заканчивала в середину, выходила как раз, да. В далеком. Так.
Что? Конец. Станция. Смотрите. Что вам надо сказать? Что в конце надо сказать? А, станция, кстати, если что, там ссылка в описании на магазин Station Cult, пожалуйста, наши браслеты. Станция, почему так мало браслетов? Вы чего вы не хотите покупать браслеты? Зарплата уже пришла у всех, я видела. А что вы до сих пор? А браслеты? А они там еще ждут. У меня там лежат два конвертика, вот, одни ждут отправки. Завтра, по-моему, потому что мы с Радикулусом, да, я говорил, мы с Радикулусом записывали кое-что на студии для мероприятия, которое произойдет 21 августа, интересное. Вот, и я замотался. Вот, завтра отправляю. Конвертики лежат, все замечательно, отправляются три браслета в освояси, а один браслет под вопросом. Потому что человек, который его заказал, Колямба, я про тебя, он такой, а я, возможно, сам заберу. А по-моему, Колямба, если я не ошибаюсь, он с Якутии. Нет, подожди, он перебрался же в Москву, нет, или куда-то? Я не знаю, но он в наши края собирается, поэтому говорит, возможно, я сам заберу. Вот, а еще к нам Илюша вроде как должен собирается в Кисловодск. В Кисловодск и типа сюда. Илюша. Вот, а еще в августе что будет? Ох, блин, станция. Вообще, как все классно. Да, и все едут к друг другу в друзья, в Москву, там, по-моему, Сашка с Дашкой едут, вот. Потом Тёма с Ксюхой вроде как должны в августе в Крас вместе с нами поехать. Короче, движуха классная. Лето на дворе. Вот, смотрите, там браслеты, если что, еще браслеты еще есть, еще можно покупать. Вот, следующие будут объявлены чуть позже, разные всякие будут дизайны, типа вот всякие такие симпотные и всякое такое. Вот, это будет известно позже. Пока сейчас там один дизайн браслетов, вот, если нра, с кайфом заказывайте. В любую точку, кстати, страны доставлю, вот я их все сам собираю ручками своими, замечательно заворачиваю в конвертики и отправляю, вот так вот иду на почту и вот по России куда надо отправлю с кайфом. Так что такие пироги. Вот. А еще у нас есть телеграм-канал, я уже про него говорил. А еще есть группа ВКонтакте, в которой всякое, вообще разная всячина происходит. Очень интересно. Во ВКонтакте заходите в наш паблик. Вот. И добавляйтесь, друзья, к Мали. Ну, если хотите, добавляйтесь с удовольствием. Хотите, не хотите, мне похуй, добавляйтесь к Мали в друзья. Как мило. Замутим ей до конца года 1500 друзей. Что были? Прикинь, сейчас заявки. Ба, просто волна. Блин, главное, чтобы вы были не арабы. Потому что я путаю, кто из... Станция, вы что, арабы? У меня в моменте, просто... я рассказывал, месяц был арабских друзей. Арабская ночь! Да, только это был арабский месяц. Да. Просто у нас очень много арабов в Пятигорске, станции. Ну, как можно было замечать по нашим начальным выпускам, там и Бадр Ламрани был, там и Войс был, и вот эти все вот арабские морды, они у нас были. Ну, даже сегодня Джалил Бенуасеф, и пишет у меня салют. Салю, месье. Да. Требен. Смотрите, станция, заебал меня этот стол, блядь, сил нету моих. Короче, получается, что, все, выпуск закончился. Вот так мы провели классное время. Классно, не классно, пишите в комментариях. Еще получается, подожди, мне кажется, или мы еще увидимся здесь, на Металлкурстанции? Подождите, это потому что станция одна такая? Вечная, подождите, и кажется, секундочку, кажется, беспечная, да. С чувством, с толком, с расстановкой. Угу. Классно. Все, пока. Станция, приехала Маля, вот так она выглядит. Пока еще. Кто забыл? Но это не важно. Это реально не важно, поверьте. Это не важно, потому что важно, что она привезла в этом контейнере. Есть какие-нибудь предположения? Нет? Ладно, не буду томить. Станция. Ну нет, анпакинг это сам делает. А пахнет так. Угу. Станция, это манты. Пожалуйста, угадайте, чья счастливая рожа сейчас будет это все употреблять, пока никого нет. Ни Мурона, ни Дауда, ни Максима. Это все мне достается. Все, когда. Все, приятного мне аппетита, станция, все, пока. Блин, ну ты
прям выжимаешь все соки. Ничего не записалось. Слушай, как мы быстро начали отстреливаться? 39 минут. Серьезно? Блин. А мы причем казалось, что как будто дольше. Да, вот. Типа прям. Это как-то. Это что? Это как?